Американская певица Бритни Спирс впервые отреагировала на документальный фильм «Framing Britney Spears», который посвящен ее жизни. После просмотра картины Спирс призналась, что плакала 2 недели и до сих пор иногда плачет. При этом поп-звезда добавила, что не смогла досмотреть документальный фильм. «Однако то, что я видела, вызвало у меня чувство стыда от того, в каком свете меня представили», — заявила Бритни в Инстаграм. Не забудьте оставить свой комментарий, поставить лайк и поделиться этим видео с друзьями, а также подписаться на наш канал.